Привет всем любителям вышивки и рукоделия. Сегодня у нас понедельник, 11 августа, и я хотела снять немножко другого плана видео, но днем ко мне пришла посылка от Натальи. Я решила в первую очередь показать эту посылку, что в ней внутри, потому что Наталья спрашивала. Я помню, дошла, не дошла посылка. Вот Наталья, она дошла наконец-то. Я знаю, что из России в Америку очень долго идут посылки. Давайте ее раскроем, потому что ребенок у меня весь в предвкушении. И тоже очень-очень интересно, что же там внутри. Напомню, что Наталья выиграла в конкурсе, который был на моем канале. Я ей высылала ее приз, и Наталья вот в качестве благодарности выслала мне тоже приз. И сейчас я посмотрю, что мне, конечно, очень приятно получать посылки с родины. Так, вот такой здесь у меня подарочек, магнитик. Магнитик, можно посмотреть? Магнитик. София, подожди, София. Угу. Вот магнитик с городом Томском, очень, очень классный магнитик. Мы, кстати, коллекционируем магнитики. Может быть, даже покажу нашу коллекцию. Вот некоторые из них. Обязательно повесим его на холодильник. Да, София? С городом Томском. Никогда в Томске не была. Ну, давай побудем. Только иди сейчас. Вот такой выслала мне Наталья набор от Панны. Морская звезда называется. Идеально будет смотреться с моими корабликами, которые я вышивала. Обязательно вышью этот набор. Тут не буду его распаковывать сейчас. Кстати, никогда не вышивала наборы от фирмы Панна. Будет очень интересно мне. Спасибо за этот подарочек. Так, еще один набор от фирмы Алиса. Наборы от Алисы я вышивала три набора. Очень мне нравятся их. Милые сюжеты для оформления детского, мне кажется, самый подходящий вариант. Вышиваются быстро и смотрятся очень красиво. И вот такие костяшки. Я много раз говорила о том, что мне нравятся костяшки. Как раз я хотела докупать себе ТМС. И попробую эти костяшки, сравню. И, в общем, найдут свое место в моей сумке. Спасибо большое, Наталья. Еще раз. Вот такая была посылочка. Спасибо еще раз, Наталье. Было очень приятно, неожиданно. И ссылку на канал Натальи я оставлю внизу. Спасибо за внимание, что посмотрели. Я полна эмоций, радости. Спасибо за внимание и всем пока!